Всем привет! Сегодня мы будем имбово прокачивать варлока. Вот этого варлока с богом войны. Прокачаем ему сразу 12 скилл. И посмотрим, как он будет показывать себя с четырьмя целями, которые будут атаковать. Как у него изменится урон. Давайте сейчас даже протестируем. Ради интереса. Вот у нас артефакты. Так, ставим сюда в топор. Сразу питомца ему, ангела поставим. Побежали. Ну, половину Рину снес. тысяч. Ну, неплохо. Урон, конечно, бешеный. Это он у меня прокачан еще не на максималку. Анубиса снес. Хорошо. Качаем ему восьмерочку. Улучшить. И еще раз. Вот он у нас уже 8-8. Смотрим урон. Ну, дамажит там нехило он. Больше половины жизни снимает. Сейчас еще разок. Так, чтобы было видно. 360к. Ну, неплохо. Это обычный удар еще даже. Хорошо. Побежали в новую локацию. Будем сейчас его прокачивать по чуть-чуть. Так. По-моему, он здесь. Да, есть. Улучшить. Так, ну золота не хватает, я понял. Сейчас подфармим Берику. Так, ну думаю, пока нам хватит. Две 100. Понял. Побежали сюда. Использовать 35. Есть. Так. Идем обратно. Так. Вечная проблема с золотом. Какие-то расстановки такие интересные. Да, из-за кризиса плохо фармить.
есть. Надо хотя бы 5 миллионов набить. Так, есть, побежали дальше качать. Улучшить. Значки почета. Так, опять 7200. И карта Варлока. Ну, у нас даже карта Варлока есть. Улучшить. Плюс одно умение. Так, сейчас мы подкачаем его. Побежали, посмотрим, какой он там у нас уже. Вот так вот, 11-11, 8-8, бог войны. Смотрим на урон, должен быть уже 4 цели. Так, сейчас пусть с хранителя спадет. Ну, дамажит. Ну, Вольта половину жизни снес без бафа. Круто. Так. Сейчас мы тут его выпустим. $431,000. Это без бафа. Жестко. Смотрим тут. Жестяк. Ничего не могу сказать. Бешеный просто урон. Ну, сами все видите, да? Давайте так еще его усилим сейчас. Давай, 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 да заряжайся. Оп. Под 400. Ну, это, конечно, под бафами, но... Очень круто. Ну, поехали. Что у нас там по кулаках? Надеюсь, нам хватит. Должно хватить. Побежали дальше его качать. Так, улучшить. 6000. Ну, что поделаешь. Так, еще 6. Не хватает синих кристаллов. Сейчас мы их... Так. Продать. Продать. Эти тоже можно, в принципе, продать. И вот эти. Так, ну теперь должно хватить. Так, 14. Купить. Улучшить. Побежали дальше, дальше. Дальше, дальше. 7700. 7700 и две карточки. Вот так. Раз. Есть. Вот он у нас уже собран на максимальный урон. Максимальный скилл. Думаю, это будет жестяк. Реально жестяк. 12 с 12 жизни. Неплохо так у него уже. Атака 20, почти 20к. Там еще нужно просвет немножко докачать. Плюс у меня по снаряжению на нем стоит выпад. Это еще плюс 25% атаки. Ну, побежали смотреть на этого зверя, что он сейчас будет вытворять. Так. Вот такие вот герои у нас тут. Ну-ка. Ай, не успел, жалко. Стрелок помешал.
точнее башни. Хорошо, смотрим. Ну-ка, ну, да что ж такое, видите, прокачали уровень, ударить не дают. Так, смотрим. Ну, как-то маловато, 157к минусу. Что-то не то. Так, смотрим, что тут. Ну, просто минуснул. Смотрите на хранитель. Ну, это первая эволюция, конечно, хранитель. Ну, сейчас попробуем, может, еще разок ударит. Если успеет. Заморозим башню, а то мешают. А, я раз сработал. Ну, по-моему, там удар такой с руки жесткий. Так, ну. Давай, минус не горгула. Просто жесть. Просто снес даже не... Фул хп горгул просто улетел. Жестяк. Так, что он еще раз нам попался? Хорошо, давайте еще раз трешанем. Тыква. Просто улетели. Это герои стоят на таблетках. Давайте посмотрим, нападем на кого-то в топе. Так. Сергей. Ну, давай попробуем. Ну, просто слился, это понятно. Нужно будет потестировать его под бафами. Какой там бешеный урон будет. Так, ну-ка, стрелка нету. Не вижу. Смотрим. Ну, как по мне, очень круто даже выдает. Надеюсь, сюда прилетит. Сколько? Я что-то... То ли мне показалось, то ли что. 1 400 000 или что? Я просто посмотрю, ну, на повторе потом. Я надеюсь, вы тоже посмотрите, но это что-то было... Это была жесть. Может, это мне показалось, но... Я охренел. Ну, просто жестяк. Без бафов такие криты раздает. Охренеть. Ну, сами все видите, да? Круто. Надо будет его потестировать на битве гильдии теперь. Просто жесть. Нереальный урон. Ну, давайте попробуем. Блять, это жесть, ребята. Просто минусует всех подряд. Ну-ка, череп. Да, череп. Череп даже не успел, не успел. Все, базы просто нет. Остался один Анубис. Ну, смотрим, какой будет сейчас по Анубису урон. 108. Ну, рандомно, видите, очень рандомно дамажит. Возможно, на каменку собран. Плюс ангел. Так, минус. Интересно посмотреть. 387, почти 400к. 190, ну тут ангел под ангелом. Но 400 тысяч урон. Понятно, ангел опять порезал. Ну плюс его защита. Дебаф, но 87к это очень много. 243.
Ну все, прощай. Жестяк. Не жалею, что я его вкачал. Не Некрос, а именно его. С ним будет намного интересней. Так, ну-ка. Тудуш. Непонятно. Непонятно вообще. Ну-ка, сейчас. Ну, как-то, не знаю, я не могу понять, каким образом раздается урон, почему на одних больше. Это, в принципе, не сильнее игрок, чем предыдущий. Ну, сами видите, да, урон не ахти. Но, думаю, под бафами потестируем потом. Будет очень даже неплохо смотреться. Ну, 583к просто по хранителю, ну... Да ну нафиг. Круто, короче. В общем, вот такой вот мега имбовый герой. Я вам скажу так, по урону он у всех есть. Без донатов его надо в первую очередь качать. Урон просто зашкаливает. Конечно, в атаке его не все смогут собрать, но этот герой того стоит. Все, всем пока, пишите в комментариях, кого вам следующего прокачать. Постараемся сделать это очень быстро.